Приветствую всех на канале Gaming Social TV. С вами, как всегда, я Винультра, и мы продолжаем играть в Metro Exodus. Мы теперь в Новосибирске, мы нашли какого-то мальчика. У нас тут война была. Это мы заметили. Так, давайте, короче, баночки пособираем. Ой, не успел, затянулся я. Там какой-то свет странный, как будто фонарь горит. А, все, я понял. Уютно у вас тут. А где все? Отец на задание ушел, а больше нет никого. После войны никого не осталось. Охуеть. Ничего себе. Ядерную войну город пережил, а вот гражданскую. Давно вы с отцом вдвоем остались? Почти год уже. Нам повезло. Целый ящик зеленки был. Как у богачей. Так стоп. И выжили. Артем, смотри. Спутниковая карта. Вон та долина, где вы с Алешей потерялись. Откуда это у вас рядовой? Пиздец, он меня зажал, прикиньте. Спутниковые связи принесли. Давно уже. Отец, говоришь, на задание ушел. А когда он вернется? Не знаю. Давно? Года два назад. На связь уже 3 недели. Так и думал. Понятно. Знаешь, куда он пошел? Что за задание? Да в центр этот. Мы весной собирались уходить из города. Вот он за картой попадания и пошел. Говорил, с картой точно найдем чистое место. Ясно. Рядовой, нам нужно воспользоваться твоей радиостанцией. Артем, попробуем связаться с Авророй. Я пойду за картой, надо им сообщить. Аврора, как слышите? Это Мельник. Станок занят. Меняем план. Мы нашли выживших. Они говорят, что центр связи цел. Я иду туда за картой. Артём, в институт. Принято, полковник. Как там Аня? Все еще спит. Постарайтесь там поскорее. Катя говорит, у Ани начинается новый приступ. Она настолько ослабела, что... Аврора, повторите. Прием. Все. Связь пропала. Аврора, как слышите? Прием. Я пойду за картой. Когда будешь лекарство, встретимся здесь, потом вместе. Подождите! За машиной. Подождите! Без антирада на улицу нельзя! Осталось 3 ампулы! Папа для выхода из города берег. Отлично, парень. Артем, ты можешь пока подготовиться. Спасибо. О, ну, верстак, что надо. Что, по душе рельса моя? Бери, тебе она, пожалуй, больше пригодится. Только про патроны не забудь. Скажешь, в общем, когда будет готов. Нахуй мне твоя рельса нужна. И так проживу, Артем, так. Ты фильтры не забыл восстановить. Там будет негде. Да восстановил я тут. Я ведь видел. Разбираем. Так, так. Скажи, Кирилл. Вот эту штуку, вот я говорю, и хана. Зеленка. Да, все вот как раз четко хватило. Нет, даже не хватило, она все еще грязная. Ну и началась война. Ну дальше кто в боях, кто при пожаре погиб. Так, ну стрелы давайте создадим. Ну, мутанты со всех сторон сразу и прорвались. Хоть 10, серьезно? Ясно. Прости, что напомнил. А, да ничего, я привык. Что? Я так понял, что вон та вентиляция ведет на станцию. Да, вон та.
Потом через станцию и в правый тоннель. Это внутримышечное. Введите, если плохо станет. Спасибо, боец. Вот благодаря чему они выживали все это время. Антирадо. Ну, и чё? Ну что, готов? Ну, с Богом. Помни, ради чего мы все это затеяли. Жизнь моей дочери, твоей жены в твоих руках. Вперед. Опять меня одного кидают. Да. Фонарик я не зарядил. Я там кого-то видел. Я смогу, я знаю. Ни хрена я не смогу, мне уже страшно. Сука, порву, блядь. Не, ну хули, надо как-то идти. Только что красный был прицел. Где-то это говно здесь. Все, все? Зеленка какая-то. Где-нибудь еще? Нет, вроде. Ну хуй знает, вылезет так вылезет. Кто-то ванну принимает. Тебе нравится? Мне тоже. Так, ну я так полагаю, мне сюда. Я так полагаю, бар был. Новый ресторан. Ты хорош жрать там. Ну и звуки здесь, конечно, ну такие напрягающие. Тут чё? Хуя тут нету. Эти олухи везде. Они капец, они просто взяли и оккупировали этот. Все, всю местность. Пиздец, нихуя не видно. Все. А музыка была, как будто не все. Радиолка. Ну это, короче, нычники. Нычки — это хорошо на самом деле. Ой, блядь, не люблю. Я вот только из-за этого не люблю метро. Ну пиздец, вот эти пугающие атмосферы, меня вот она вообще не радует. А так меня вся игра устраивает, в принципе. Так, что тут еще?
Я так полагаю, тут ни хрена нету, да? Да. Так, ну нам туда точно не пройти. Поэтому нам наверх. Тири-ти-ти. 13 минут. Чё, кто где? Здравствуй. Пиздец, они жёсткие, конечно. Да ёп. В смысле, ну в прямой же был. Да ёпа мать. Короче, нужно было их просто убить. И больше нихуя. Ну, типа, отразило кучу атак и опять. Ой, ну понятно, понятно. Что ни хрена не понятно. Ой. Ну шо, погнали. Не люблю я вот эти вот страшные вещи. Так, ну тогда берем, наверное, автомат. Которым 40 пуль, охуеть. Ладно, убедили. Да в смысле, ну вот как? Вот вы же видели, я попал. В смысле? Да я опять, я в ахуе вообще, стреляешь? А им похуй. Каждым разом все хуже и хуже. Фу, блять. Чё тут? Пулеметики. Почему, кстати, за пулеметики нельзя садиться? Или где-нибудь там можно по-любому? О, как чётенько.
Так, ну все. Спальный район очистил. О, ребят, сейчас на лодочке поплывем, ёб твою мать. Сейчас прям вообще весело будет. Ой, как я не люблю эти плавания. Чтоб было лучший путь. Правда, я нихуя таким макаром теперь не вижу. Мне кажется, сейчас вот, вот это плавание здесь, это основная геймплейная механика. Хуя, тут кто-то в лодке сдох. Ну, видать, старик правильно говорит, видать, кого-то... Их отравили, видать, всех. Ну, там черная точка вдалеке вообще вот не нравится. Похуй, поплыли. Хотя там основные ресурсы могли бы быть. Но что-то я не люблю особо по таким местам шастать. Ой, ребят, наверное, эта серия короткая будет. Говорит. А, это эти языки. Да хорошо плеваться. Ёбаный в рот. Нихуя не видно. Это что, блядь? Может, или я сам по себе сейчас буду? Но одного змея я прикончил. Ебать, они тут развлекалово устраивают.
Я сейчас тут на одних аптечках только разорюсь. Я думал, все-таки кто-то поможет. Минута осталась. Так. Ну и хули делать. Хотя бы столько. Но он, конечно же, не работает. Так. А что у нас тут? О. Хреново, что чинить нельзя. Ну нам туда в любом случае. Как ни крути. Ну, я отсюда пришел. Хуя кишка. Thank you.
хорошо, хоть Лутецкий валяется тут. Арбалета точность упала. Немножко починим. И если ты не оторвешь жопу и лично тут все не выжишь, херам, будешь потом один. Это добро. Так, ну все, на аптечке оставим. Потому что нас тут сожрут нахрен. Понял? Ну нам туда. В любом случае. Сейчас под низом кто-нибудь да проплывет. Опять мне очередную лодочку дали. Допустим. Ты чё, сука? А ты чё, сука? Чё, всё? О, правильно, съебывайтесь, ублюдки. Все, блядь, забываю, куда мы пытаемся добраться. Слушайте, ну вот тут вот вы пидоры. Съебитесь. Пиздец. Охуеть их тут. Вы от змей, что ли, получились такие красивые? Кто-то сомневался. Ты чё, падла? И заебись. Я не вижу. Можно было ничего. Пиздец, они падлы, конечно. Вот я сейчас поплыву, опять появится. Не, не появился. Ты мне настолько повезло, что... Пиздец. Нахуй, верните меня обратно в московское метро. Ну его нахуй. Мне уже надоело. Кто-то где-то стреляет. Но папашку с малым-то мы к себе заберем по-любому. Вопрос, что дальше? Ебать, все, фонарь не ловит.
началось. Мали. И Тёма отрубился. Охренеть, ну, это его фишка. Артём, вставай, пора. Куда? О, галлюцинация. Тёма, научись говорить, пожалуйста. Я с жестами плохо дружу. Её нету. А, ну эти аномалии же они приведут куда-то там, приводят. Сейчас она пропадет. Нет, да, да, пропала. И в глазах все нормально, не мутная, блядь. Ну хули, мы вышли. Нет, мы на перегоночной. Сейчас твари появятся. Хуя меня накрывает. Ой, ёб твою мать. Сейчас как-нибудь поднимется. А-а-а, блин. Я обосрусь нахуй на ровном месте. Тут. Музычка. Мои глюки. Что, прям ребенок лежит? Да. Слышу вас хорошо, полковник. Прием. Все точно, да, мне уже конец связи. Это что, блядь? Это что, простите, сейчас было? Ебать, тут глюкает жестко. Это аномалия?
Ебать. А вот это была не аномалия. Ты пиздец, я заебусь. Ой, у меня и так все плохо, блять. Куда еще хуже? Ух, я, блять, точно сегодня спать нормально не буду. Глюки ловлю, прикиньте. Ебать. Ебать. Здравствуй, мама, Новый год, блять. Я в танке. Ебать мне хуёво. Опа. Пиздец. Он кричал: здесь еда. Это он вообще к чему? Так, ну сейчас я опять глины буду ловить. Меня интересует, почему я за ним иду. Вот прям вообще жесткий вопрос, почему именно за ним. Или он плод моего воображения просто. Пиздец, пиздец. Все шкалит нахуй. Закрыто. Ну и в опу это метро. А вот это открыто. Че, все вроде за лутали. Сейчас я глюк поймаю. Я уже их ловлю. А где мой черный друг? Ну фонарь-то работает, только от него толку-то. Мне интересно, что будет, если я попадусь в этой аномалии. И будет ли что-то, я просто вот не помню.
Воу. Опять иду на поверхность, пиздец. Имело ли это смысл, я не знаю. Но я решил это сделать. Пиздец. Не видно. Да я уже в институте, да, вроде? Че, опять минута? Только что менял, блин, недавно. Это вот есть эта радиация, я ее вроде вижу. Она все и делает. Опять тот большой, да? Любому он больше просто некому. Так, давай без падений. Давай прекращай, обезьяна тупорогая. Пошел нахуй. Блять. Я сегодня точно спокойно спать не буду, я вас в этом уверяю.
все, опять мне хреново. Ты чё, сучий презерватив? Куда? Куда? Куда, блядь, бежать, ёбаный в рот? Пиздец, блядь, я вот её даже не увидел, если честно. Так они все и умерли. И на труп одевает. Ой, ну все, ребят, хорош. Ну его нахрен. Все, я хочу спокойно спать, а не видеть этого ужас летящего на крыльях ночи в своих снах. В общем, на этом наша серия заканчивается. Следующие серии выйдут, как выйдут. Вы были на канале Gaming Social TV. С вами был, как всегда, я, Винультрич. Подписывайтесь на наш канал, ставьте ваши лайки, пишите комментарии, что вы думаете о данной серии и так далее. Ребятушки, спасибо. Поддерживайте наш канал как можете. Лайком, копеечкой, хотя бы рубликом. В общем, всем спасибо. До новых встреч. Пока-пока. Встретимся в следующем видео.